Всем привет, с вами Pixel, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Rumble Stars. И сегодня, в общем, я, короче, начал открыть уже сундучка. Я как-то его не заметил, случайно на него тыкнул. Я, как понял, это клановый сундук за то, что мы там все круто играли. В общем, такой сундук, мне выпало с него 831 голда. Выпал крокодильчик, выпали вентиляторы, выпали быки. Посмотрите, сколько быков! 46 быков дали! 19 черепах! 7 какашек! 19 напалмов. Один хомяк несчастный. Да ё-моё, что так бедно по хомякам-то дали? Вообще ни о чем. Давайте сейчас посмотрим, какие у нас задания. Блин, сколько всего прокачивать теперь нужно. Прямо вообще капец. Давайте заберем еще один сундук за награду. О, хомяков дали, нормас. Хомяков обязательно прокачаем. Теперь наша новая мета. Победить в не менее 3 матчах. Ну, пора побеждать, так сказать. Кстати, у нас... добавилось новое противостояние против какого-то там клана французов. Ну что, ребят, надо поднажать, надо победить всех французов, которые у нас будут доступны. И давайте начнем с турнира. Наверное, таким составом поиграем, только я его сначала прокачаю. Повысим наших хомяков, конечно же, прокачаем. Также прокачаем бычка. Жесткого бычка. Теперь у нас бычок вообще супер топовый. И прокачаем крокодила на второй уровень. И отправимся с этой вот толпой прям в бой. Блин, сколько всего нужно прокачать, сколько всяких штук еще можно использовать. Посмотрим. Может быть, сегодня поменяем состав. Ну, начнем, думаю, с турнирчика. Быстренько его пройдем. Потому что здесь, посмотрите, какой крутой кубок. Просто нереально крутой кубок. Я очень себе так хочу такой кубок. Должны сегодня постараться в турнире, чтобы победить. Фу. Надо вообще выработать уже какую-то тактику, чтобы побеждать всегда. Против какого-то челика с Бразилии будем играть. И это, походу, китаец или кореец. Давайте поздороваемся с ребятами. Так, где там английский язык? Английский язык. Во, английский язык я написал. Капец, они заспамили. Блин, спамеры какие-то. Зато веселые ребята. Ну что, начинается битва против бразильца. Ё-моё, у него там какой-то рейтинг самый крутой. Закидываем, конечно, сразу волка. У него волк 3 уровня. У меня тоже, кстати, 3 уровня. Закинем сразу, наверное, тигра. Тигр улетел с поля. Что? Что? Пёсика закидываем. И крокодила. Крокодил быстро. Ладно. Панду закинем. Панда пошел. Панда, нормально, нормально. Живем. Быка сейчас закинем. Бык сейчас разберется. Во, бык 13 уровня. А, тут же это, тут же... В турнирном просто дается нам равные противники. Ну, равные типа команды. Блин, я завтыкал. Так, ну забери ты мяч. Ну, ну, волк. Давай, хомяка. Хомяк, вперед. Хомяк, тащить. А, давай, хомяк. Ну, хомяк, разберись ты с ними. Давайте закинем еще пёселя. Мячик, мячик. Есть, залетел. Хорош. Чоп, топ, топ мячик, конечно, у нас. Панда залетает. И они все стоят. Любители постоять. Так, закинем быка, он разберется с ними. Бык пошел, песик. Песик пас. Блин, он тоже закинул быка. Давайте сейчас туда крокодила закинем. Интересно, какого будет уровня крокодил? И что он сможет сделать? 3 уровня, к сожалению, крокодил выходит. А у меня вроде бы 2 был, да? Я вроде бы 2 уровень только крокодилу прокачал. Хомячок пошел. А нет, это енотик. Ё-моё, его с хомяком перепутал. Я енотика перепутал с хомяком, и енотик забивает гол. Фу, первого челика мы побеждаем. Топовый енотик, забираем наградку. Ду-ду-ду-ду-ду. У нас, кстати, уже 4 уровень. Да-да-да. А что это такое? А, это таблица. То есть смотрите, сколько ребят попалось у нас сегодня. Прям такой крутой турнир сегодня у нас будет. Ну блин, он 4 мифических, ну суперзвезд, да, типа 77 про. Сколько золота, смотрите, дадутся, если мы победим. А, то есть... Ё-моё, вы посмотрите, какая сетка огромная на турнир сегодня. 3-0 мы выиграем этих челиков. И сейчас нужно будет подождать, когда все эти другие высыграют. 3-3, 3-1, 0-3. Ну ё-моё. Блин, это нам, смотрите, раз победить надо. Раз мы победили, нам нужно еще раз победить. 2, 3, 4 раза еще подряд нужно победить, чтобы выйти в топ-1 турнира. Ё-моё, это жестко. Это нереально просто. Это просто нереально. Блин, смотрите, какая огромная сетка, 4 матча надо, 5 матчей подряд, короче, надо победить, чтобы взять топ-1. И пока что у нас награда серебряный сундучок, то есть потом будет золотой, потом будет
Ну как я же, для меня это легендарный пусть будет, а потом уже там особые сундуки пойдут. Но блин, все равно круто. Круто, жалко ждать долго. Ну 8 секунд до завершения матча, тут в принципе хорошо, что они очень быстро заканчиваются. Не так уж и долго ждать, вот 2 секунды и... Пу-пу-ру-пу-пу. Давайте информацию почитаем. Вот такой у нас финальный град за победу в турнире. А чё нет названия для сундука? Жалко, правила турнира, лобби. Так, ну все, ну... Ну-ну-ну, кто там не доиграл еще? Давайте до начала матча. Все, теперь подготовка идет к началу матча. Теперь мы играем вот с этим вот челиком. Так, давайте посмотрим, как он победил этого челика. 2-1, то есть у нас, в принципе, есть шанс. Вроде бы он не такой уж сильный. Ну, блин, аж горит. Прям такие ощущения, как будто в реальном турнире, там, по футболу или где-нибудь еще участвуешь, и прям хочется победить, там, все дела. Не знаю, конечно, наш состав не самый топовый. Я помню, в прошлом турнире сражался с каким-нибудь, с каким-то очень крутым челиком. Закинем сразу волка, закинем его сюда направо. Так, ну, эй, так нечестно. Панда, разберись. Гляньте, как же тигру везет. Хомяк, а ну разберись. Хомяк сейчас должен их утащить всех. Хомяк, а ну, так. Пёсель. Разберись. Там со всеми, по-быренькому. Сейчас туда крокодилы, наверное, закинем. Не, быка закинем. Быком сейчас всем растащим. Расскажет, чё почём. Расскажет, где там, кто должен побеждать. И как? А мы закинем тигра. Тигра вперед. Тигра. Тигра добивать. Тигра, ну. Блин, долбанный магнит. Притянул тигру. Давай закинем панду. Панда пошел. Отскок. Ну, блин, ну панда мог бы и добить. Ну, что ты бесполезный, что ли? Самый. Ой, хомяк далеко улетел. Точнее, енот. Ну, бей. Ну, куда ж ты? Ну, боже мой. Ну, почему мой тигра не может забить? А их не может. Гляньте, опять. Просто вратарь какой-то неадекватный против тигры. Вообще неадекватно. Ну сейчас тигра забьет. Короче, крокодил пошел. Крокодил с ними разберется. Панда бьет. Сейчас мы своего тигра закинем. Тигра пошел. Дай матч, дай пас тигре. Во, тигр, теперь к воротам. Да блин, он просто бомбой юзает и все, типа, и откидывает. Панда мяч, панда бьет, панда, ну еще. Так, еще один удар и панда забьет. Давай, панда, на тебе пас. Так, еще пса туда закинем, чтобы он пас давал. Давай, енотик, давай, панда, хорош, молодцы, втроем затащили. Сейчас закинем быка сразу же, чтобы он разобрался с волком. Он быстро разберется. Бык жесткий. О, нет. Блин, бык чуть не затащил нам. В минус только чуть не затащил. Так, тигра пошел, тигра убивать. Пас на панду, панда бьет. Да ну блин, ну долбанные бомбы. Енотик вперед. Енотик тащит. Енотик затащит. Магнит-то, ё-моё, на тебе. На тебе пёсика, который бесполезный. Так, закинем волка. Волк пошел. Все, волк пошел убивать. Закинем тигра, чтобы он помог. Точнее, не тигра, а быка. Блинский бык сейчас. Да ё-моё, надо панду кинуть. Панда пошел. Пас на панду. Да, ё-моё, ребята, ну, тигра пошел. Тигра пошел, панда бьет. Хорош! Панда топаем. У нас еще 18 секунд есть. В принципе, можно чем-то забивать. Давайте кинем енотика. Опа, енотик обвел. Енотик, давай, дожми. Енотик пошел. Закинем крокодила. Крокодил сейчас разберется там со всеми. По-быренькому. И мы закинем волка. А нет, все, даже волк уже не понадобится закидывать. Мы победили. Фу! Ну, китаец был посерьезнее уже, конечно, как противник. Золотой сундучок мы получили. Топ-2 мы вышли. Смотрим, как наши вышли союзники. 3-0. Эрила вышла. Сейчас будем сражаться с Эрилой. Не знаю, получится, не получится. Ух, прям. Горит. Интересно, какой там челик этот Эрила. А, кстати, не могу посмотреть вроде бы, да? Своего противника, к сожалению, не могу. Ну, ничего страшного. Блин, я, наверное, не в одном турнире, только в самом первом, когда был у меня турнир, поиграл там. А так, в принципе, нормально все. Тащим. Так, погнали. Ну. Блин, у него дроп имбовый. Он умеет играть. У него, видите, обезьянка есть. Я не шарю, что такое обезьянка, как она тащится. Пока что не шарю, я даже не знаю, что это такое. Поэтому... Блин! Долбанный панда не залетел. Хорошо, хоть этот челик не умеет играть и кинул сюда
Хомяк, хомяк, давай, хомяк! Ой, хомяк, блин, енотик, енотик, ну! Так, отправим быка сразу же, чтобы он разобрался с енотом, ой, с этим, с тигром. Блин, да не сюда, ну, 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 нет, 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 фух, пронесло. Так, у нас есть волк, у нас есть тигр, закинем тигра, конечно же, закинем тигра. Да что это такое? Вот это рандом. Вот это рандом, вот это вообще... Вот это было нечестно, народ, вот это реально было нечестно. Это просто нереально нечестно. Да что ж такое-то происходит, а? Ну все, я сейчас буду, короче, по жесткочу играть. А, то есть... Не-не-не, не закинешь. Наш енотик пошел в бой. Енотики в бой. Блин, он пушку кинул. Да ё-мо, да что ж такое? Почему я не могу победить его енотика, блин? Закину сюда сейчас челика, который пасы делает. И в отместку закину панду вон туда. Давайте, давайте, пас на панду. О, он бомбу кинул на панду. Живи, живи, живи. Ну, тащите, ну. Ребята, вперед! Да блин, жабу, нафига я жабу кинул? Так, наверное, сейчас кинем крокодила или тигра. Тигра кинем. Или подождем. Давайте подождем. Давайте подождем. Поехал наш тигра. И с ним еще енотик пошел. Енотик разберется, я думаю, енотика хватит за глаза. Кинем еще песика. Блин, ну сейчас тигр умер. А, тигра умер, да ну это нечестно. Панда пошел, панда пас, гол! Жестко! Ух, 1-1, теперь я хоть не проигрываю. Так, закинем сразу нашего волка. Да блин, ну тигра, хотя бы тигра, ну давайте. Ребята, втроем справитесь. Да какой енот, да что ты делаешь-то, блин, отвали. Так, песик, пошел. Панда пошел в облет. Да блин, да что ж так, да что ж такое? Какое невезение, капец просто. Я еще жабу кинул неправильно. Сейчас гол будет. Ну ладно, тут нормально, тут мы забили. Жабка, жабка, затолкни, ну. Жабка, ну, ну, ну. Так, тигра кинем, тигра, 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 вперед. Да блин, как же мина много вносит урона. Тигра пошел, панда пошел. Тигра, бей, тигра, ну. Просто сейчас будем закидывать как можно больше челиков, которые бьют. Как можно больше челиков и быка. Быка, конечно, надо закинуть. Блин, енотик, отстань. Жабу закидываем прям туда, под ворота. Енотика сразу закидываем. Гол! Тигра забивает гол. Ух! Жесткий, жесткий тигра. Ой, тигра, блин, это был волк. Я уже просто на эмоциях, ребята, вы же извините. Короче, мы уже заработали прошлую турнирную награду. Если сейчас победим, вообще не получим какой-то нереальный сундук. А, капец, капец, просто нереально. Мы в полуфинале. Это полуфинал. За выход в финал. Кстати, против нас идет какой-то китаец, но он жесткий. Он реально жесткий, у него есть молнии, вы посмотрите, возле Ника есть молнии. Он выиграл 3-1, это, походу, нереально жесткий. Он всех выигрывает 3-1. Так, ну, короче, я закидываю сразу. А он умный? Я смотрю... Ё-моё! Там, походу, фиг знает какой уровень. Да, посмотрите на шмотки чувака. А мяч-то все равно у меня. Жабка. Изи, я тоже мощный. Ты понял, да? Не на того нарвался, челик. Не на того нарвался. Так, енотик, ну не забьет мне. Быка сразу закинем, хан тыкнет в эту фигню, она сейчас упадет уже. Дальше он пойдет разбираться с этим. А мы закинем, а мы закинем. А мы закинем тигра. Тигра пошел. Доска падает. Даем. Блин, ну это, конечно, неприятно. Я знаю, что нужно сделать сейчас. Ну, в принципе, мы разыграли нормально. Жабка пошла. Блин, жабка не смогла. Жабка не смогла. Ну, вроде бы енотик он не может добить. Кстати, арбузиком отыгрался. И закидываем туда быка. Бык побежал. Сейчас посмотрим, как он это все отыграет. Отыграл он через эту фигню. Но она заблочилась. Она заблочилась. Мне сейчас нужно просто подождать.
И все. Нет, он отыграл через пассивку. Ой-ой-ой, сейчас могут забить. Сейчас могут забить. Блин, я сейчас могу проиграть. Минута 15 осталось. Жестко. Панда пошел. Панда пошел. Мяч на панду не попадает. Нет, это все. Это, ребята, это просто рандом дикий. Ну, блин, там челик реально опытный. Все-таки вот эта штучка, это имба получается. Блин, полуфинал проиграли. Но зато такой крутой сундук получили. Хомяков 27 дали. Ой, енотиков 27 дали. Наконец-то нам дали кучу енотиков, как я и хотел. Жабу можем прокачать. Ё-моё. Классный турнир, кстати, получился. Конечно, очень хотелось вот этот занять первое место. Блин, суперский сундук получить. Ну да ладно, в принципе, и так очень прикольно получилось. Кстати, вот здесь бесплатно. Да, есть бесплатный сундучок, возьмем его, конечно. Блин, сегодня день открытия сундуков. Я уже не знаю, сколько у нас видео длится, блин, уже 15 минут, но мы, блин, столько сундуков открыли, короче, я не могу. Я 1500 следующая жаба стоит. 1500! Вы прикалываетесь? 1500 жаба стоит 5 уровня. Не, стоп, 3 уровня. Только 3 уровня. Но она будет нереально крутая, мы ее обязательно прокачаем. Конечно, мы ее прокачаем в следующей серии, наверное. Хотя, в принципе, зачем нам следующая серия? 5 уровень апнули, йоу! У нас же тут куча сундуков разных. Я, блин, капец, просто сундуков море, море. Используйте рамлика вентилятор 10 раз в матче подряд. Ну, блин, придется рамлика вентилятор использовать. Вместо какого? Вместо крокодила, наверное, закинем. Используя вместо крокодила, прокачаем ему за 80 еще уровень тогда, чтобы он был 6 уровня, чтобы, так сказать, был достоин. И давайте сыграем быстренько еще 4 матча, забьем везде по 3 очка и все такое. Так, пошел у нас волк, пошел, я сказал. Пошел песик. Песик понадобится. Он будет блочить тигра. Правда, не знаю, полезно, не полезно. Спихнул я тигра, короче. Нафиг. Полезный вентилятор все-таки. Ё-моё, тигр, отстань! Тигр, фу, блин, какой, капец, какой тигр опасный. Басик, енотик, ну... На тебе жабка, жабка тащит. Жабка тащит, сейчас песика закину. Песик тащит. Панда получает мяч, панда бьет! Бьет, я сказал, бьет, я сказал, панда бьет, гол! Молодцы, ребята. Сейчас я закину вентилятор. Чтобы он нам помогал. И закинем туда еще быка. Бычок пошел разбираться с тигром, который не двигается даже. Енотика закинем сверху. Ну, чтобы он там, где надо, помог, где надо, подсобил, так сказать. Панда пошел. От стеночки. Панда, давай. Сейчас это даст пас на панду. Енотик какой жесткий, но панда затащил. Жух. Закинем сразу сюда. Смотрите, какие-то какашки маленькие вылетели. Жабка. Да ё-моё, прям с ворот забрал. Смотрите, какие какашки, они кушают нашего этого. Все, вентилятор стоит, вентилятор работает. Енотик пошел убивать, все дела. Закидываем панду сразу же. Я сказал, правда, не туда закинул, ну ладно. Пёсика закидываем, пёсик подсобит, когда надо будет. Так, пёсик подсобит, пёсик, дай пас на панду. На панду, да не на ихнюю панду. Ладно, закинем быка, хай он разберется. И сейчас вентилятор надо закинуть, потому что у нас по заданию вентилятор. Вентилятор пошел. Вентилятор убивать. Панды пас. Панда бьет. Ё-моё, ну. Ну, ну, не, некого туда кидать. Давайте закинем тигра. Тигр разберется. Опять он кинул этих волков. Или что это вообще такое? Тигра пошел. Панда на подсобить. Панда подсобить. Ну, ребята, вдвоем. Пинайте, 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 панда. Панда не смог. Ну ладно. Выпустим волка. Выпустим тигра. Точнее, тигра, блин, быка. Бык 7 уровень, кстати. Бык нереально решает, 7 уровня. И выпустим вентилятор. А, вентилятор помешал. И давайте тигра выпустим. Тигра в бой. Енотик, тигра, вперед! Вперед! Пинать! Панда пошел! Пес пошел! Да блин, панда не долетел. Всех в атаку, все в атаку! Тигра, ну запихни ты! Хорош! Хорош. Не знаю, кто это был, но мы победили. Фух, жестко. Жестко, сразу победка. Сразу 5 использований получилось сделать. Ну что, это круто. Погнали дальше. 1600 рейтинга уже почти у нас есть. Ух, прям крутые бои получаются. Но с ним вообще где-нибудь крутой. Блин, ну, не очень нравится, честно говоря, турнир. Я бы в них еще поиграл.
Я бы каждый день бы играл, наверное, по 3 турнира, если бы была такая возможность. Но там нельзя, там один турнир в сутки. Но зато мы почти победили. Полуфинал дошли, я думаю, это очень круто. С нашим рейтингом это пока что, я бы сказал, очень крутой результат. Так, кинул я сразу этого. Вентилятора, вентилятор, работать! Чётенький вентилятор, просто вообще как... Как по маслу все зашло. Панда пошел. Панда бить. Песик на панду. На панду сказал. Ты что, слепой? Как? Давай пас. Панда еще. Еще тычку. Песик, пас. Докинем туда жабу. Жаба справится. Жаба бьет. Жаба бьет, я сказал. А, блин, уже некому бить. Окей, закинем быка. Хай бык разберется. Правда, не знаю, зачем я быка закинул. А вот вентилятор будет полезен. Они не могут дойти никто. Блин, зачем я панду кинул? Это самая тупая идея была кинуть панду. И пса сверху. Самая глупая идея. Ладно, сейчас нормального чего-нибудь кинем. Все, тигр пошел. Тигра пошел, тигра добивать. Тигра, давай, давай, давай. Крокодил. Крокодайл, ёпта. Крокодайл. Енотик, ёп. Ну, енотик. Хорош, хорош. По-тихому ворвался, убил. Енотик молодец. Енотик хорош. Мячик от... Вентилятор работай. Нам на всю катушку. Так. Быка закидывать не будем. Сразу кинем волка. Сейчас волк забьет, смотрите. Сотка. Блин, волк. Косой. Ладно, панда поможет. Ладно, пес с пандой помогут. Волк, ну давай, ну ты сможешь. Ну ты мой дорогой, давай. Жаба в атаку. Жаба, ну все, молодцы, втроем запинали. Фу, 3-0. Легчайше делаем какого-то Амара. У нас открывается китайская арена, открывается обезьянка. Что она дает? Любит погонять мяч на большой скорости, никогда не спасует. Никогда не пасует. Хорошая штука. И курочка. Бомбокурица, бомбокурица, бомбокурица. Звучит прикольно, конечно, ее поиграем. Нам еще нужно два раза использовать, поэтому погнали в бой. 1629 рейтинг уже. Ууу, прям замечательно, я бы сказал. Так, закинем сразу полосатого енота. Енотик пошел. Блин, что я делаю? Ладно, неважно, короче, закинул. Фиг с ними, закинем вентилятор. Пусть он разберется с ними. Вентилятор, я сказал разбираться, значит разбираться. Блин, надо было... Ой, все, это гол. Это гол, это моя ошибка была, самая большая ошибка. Потому что я кинул жабу. Зачем я кинул жабу, непонятно. О, второй гол. Нет, тут не получится. Да ну! Насквозь вратаря прошел. Какой бред. Панда бьет. Ну, панда, енотик, молодцы. Молодцы. Ну тут я именно все рассчитано делал. Я так и рассчитывал, что сделаю. Песики, песики, пошли, тигра. Тигр врывается, тигра уходит с мячом. Тигра забирает. Черепаха, ё-моё. А мы вентилятор. Чё, не ожидал, да? Блин, вентилятор не туда полетел. А, как всегда. Тигра бей, ну, тигра. Енотика я пока кастовать не хочу. Закинем быка лучше. Пусть он поубивает этих бесполезных противников. Блин, да сейчас панда забьет, короче. Не забил. Пёсель пошел, блин, надо енотика быстрее закинуть. Все, нормально, енотик закинул, он свою часть дамага сделал. Вентилятор кидаем. Чётенький вентилятор, в самое нужное место полетел. Фу, пронесло. Жаба пошла в атаку сразу же. Жаба бей, ну! Что-то жаба не смогла. Хотя, в принципе, и выйдет неплохо. Закинем панду, конечно, из пёсика. Песик зарешает. Вратаря вынесли. Ё-моё. Енотик пошел в атаку. Ага, сейчас. Сейчас. Так и вы и выиграете. Фиг вам. Фиг вам. 2-1 хотя. 2-1, блин, уже скоро я проиграю, наверное. Бычок, ну ты, может, разберешься? Или тут так, для красоты просто. Ну, короче, нет, тут не повезло. Блин, 1900 рейтинга у чувака. Я думаю, что я проиграю, у него там персонажи, наверное, в несколько раз сильнее. Так, победили, тигра даже получили, ничего себе.
Передайте не менее 5 рамбликов. Конечно, идем раздавать сразу рамбликов. Так, пёсик. Напал, мне вообще напал не надо. Что, я все раздал, все, что было? Весь напалом раздал, короче. Ну ладно. Что еще можно раздать? Ну, на тебе, арбузика раздам. Мне арбузик тоже нафиг не надо. Мне что-то арбузик не заходит, честно говоря. 80. Можно отпереть. Ну ладно, погнали. Нам нужна еще одна битва на 3 победы. Я думаю, у нас получится сейчас. 1500. У этого рейтинг адекватный пока что. Ну блин. Ну залетай, ну куда мяч? Пёс, еще и пёс улетел на этого. Оп, ну. Да что ж так не везет, а? Надо было сразу енотика закинуть, енотик бы забил. Мне сейчас панда забьет, прикалывайте. А, я вентилятор не сбросил, ё-моё, ну я даю, конечно. Хорошо, хоть он помогает сейчас, нехило. Все-таки он не такой уж и бесполезный, я так скажу. Так, бык пошел. Ну, блин. Бык сам не забил гол. Это очень обидно, честно говоря. Но еще и слон. Го енотика закинем. Енотик, вперед, в атаку. Ну, енотик. Йо, все лета. Так, давайте слона отбросим. Пошел нафиг отсюда. Он даже вентилятор отбасывает. Жесть какая-то. Го быка еще одного закинем. Хан разберется со слоном. А он же слона не может пинать, по сути. Я что-то не то сделал. Что-то не то сделал вообще. Жесть, как ему везет. Ладно, так, надо фигней перестать страдать. Я что-то зря енотиков закинул. Слишком много енотиков закинул, они по сути бесполезны. А он кидает прям такую жестокую артиллерию против меня. Ну ладно, вентилятор я закинул. В принципе, его за глаза хватит. Закинем, короче, сейчас тигру. Тигр пошел. Тигра, ну не подходи ты к нему, ну ё-моё, тигра. Закинем быка в другую, ой, блин, панду в другую сторону. И сейчас пёсика закинем. Сейчас главное, чтобы мяч к панде долетел. Давай, мяч к панде, Мавана бьет. Почти. А нет, панда забил. Панда хорош. Закинул я енотика сразу же. И закинем сразу же вентилятор. Жук, ну, мячик, ворота, залетай. А на бычок пошел. Бычок разберется сейчас. А мы закинем еще одну панду. И песика. Бык должен дожать тигра. Да, все, дожал. А может, вы мяч отдадите? О, они бахаются, офигеть. Панда пошел. Тигр, давай. Тигр. Ну, уже в воротах. Ну, хорош. Сравнял я счет. Не будет ему легкой победы. Не будет легкой победы, я сказал. Уходи. Закидываем сразу песика. И закинуем панду в другую сторону. Да, не будет легкой победы, блин. Тигр затащил. Эх, сливаем рейтинг, народ. Сливаем. 1596 уже. Обидненько. Ну, видимо, немножко не хватает еще силы мне, чтобы двигаться дальше. Ну, ничего, соберем. А может, ему просто повезло. Ну, реально. Первые два гола, это тупо было везение. На максимум причем. Так, а ну отдай мяч. А, блин, тюлень слишком его кидает быстро. Так, ну давайте тоже енотика закинем. Хотя сейчас лучше БК закинем. Сейчас БК закинем сразу же. Бык, вперед. Но он, проблема БК, то что лучше под ворота его не кидать. Панда, ну давай, еще удар, хорош. Так, сразу же закидываем туда жабу. Жаба пошла, панда пошел. Да блин, да чё? Черепахолюб. Просто черепахолюб. На тебе. Ну блин, ну... Ну, кто мог предсказать, что черепаха сделает вот это вот? Давай, мячик, ворота, сам залети. А, енотик, ну помоги ты, ну. Чё? А, долбаная. Короче, БК закинем. И сейчас у нас тигр пойдет, короче, в атаку сразу же. Тигр в атаку. У него первый волк всего лишь. Лола, как первый волк может у меня мяч отбирать? Он офигел, что ли, там? А, боже мой, пес, волк.
Вы на приколе меня раздражать просто пришли, или чё? Давайте, забивайте, ребята, ну, вдвоём, молодцы, молодцы. Сейчас закину туда этот вентилятор, чтобы он отогнал от меня подальше этого слона. И будем играть сейчас через левую сторону. Ой, чуть не залетел, Арвас. Бычок пошел, короче. Тюленя сейчас убьет. И сразу песика закинем, чтобы он там блочил просто. И сейчас закинем панду направо. А, блин, да, короче, панда направо не полетел, панда полетел в центр. Отворот всех отпугиваем. А где мой вратарь? А, мой вратарь, вы посмотрите, где он. Выкидываем жабку на центр. Жабки пас, енотик в атаку. Енотик с жабкой. Ну, дави, енотик, дави. Ну, ой, хороший ты, блин. Короче, сейчас бык зарешает. Бык просто пошел там всех поубивать. Ну, кто-нибудь, до мяча дойдите. Битва голиафов просто. Ну, зато 2-1, 17 секунд, я, в принципе, могу сейчас победить. Быка закинем. Хан с волком разберется. Енотик, давай, енотик. Эх ты. Енотик уже не тот. Жаба пошла. Пасуй. Вы видели, мяч пролетел в секунду. И ха-ха. Это было эпично. Думаю, просто на этом ноте закончим, так сказать, нашу сегодняшнюю карточку. Фу, правда, персонажи новые не выпали, но ничего страшного. Зато мы снова вернулись в 1635 рейтинга. В принципе, такие у нас сегодня крутые карточки. Сегодня такой крутой турнир произошел. Ну, в общем, суперски сегодня все было. Поэтому, ребят, если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. А на этом все. Не болейте, не скачайте. Пока-пока.